Апел отчам ролика хотел бы вам посмотреть очень интересный канал, называется он Реал. Это канал моего знакомого. Он снимает на проекте Amazon Holyplay на первом сервачке, где играю в принципе я. Канал реально очень интересный, классные видосики. Также он часто проводит конкурсы, поэтому всем советую подписаться на его канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет новая серия на проекте Amazon Holyplay. Сегодня будет новое интересное видео, в котором я буду работать дальнобойщиком. Но это будет необычное видео, потому что я буду работать не на своем магнуме, не на магнуме компании, а буду работать на арендованной фуре, получается, Volvo. Volvo — это самая хреновая фура, которая просто может быть. Она едет очень медленно, она переворачивается, и сегодня мы просто будем страдать. Ну не мы, а я буду страдать и делать для вас контент. Я надеюсь, то, что вам такое видео понравится, потому что я давно хотел записать это видео, но как-то не было времени. Я вот только что фуры заправлял в компании. Я возьму машину, доедем до дальнобойщиков, возьмем арендованную Volvo, ну и будем в принципе работать и посмотрим, сколько мы за час заработаем, потому что именно час я буду работать. Не забывайте вводить по промокод, пишите MM, потом 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите мой промокод Кирилл Гейм капсом, за который вы получите 150 тысяч. 50 тысяч на 5-м уровне и 100 тысяч на 10-м уровне. Поэтому обязательно вводите мой промокод. Кстати, пацаны, у меня проходит розыгрыш в рупе на очень интересную машину. На вот эту BMW проходит у меня конкурс. Здесь есть Nitro Hosca 4.5 без номеров. Очень классная бэшка, поэтому всем советую участвовать в конкурсе. Ссылка на конкурс будет в описании под видео. Заезжаю на базу дальнобойщиков, сейчас будем устраиваться и брать вот такую вот машину. Пацаны, честно, я давно не работал на такой машине. Для меня будет, конечно, это очень наверное, сложно, потому что я привык к магнуму с этим чипом. Но просто представьте, у вас есть магнум с этим чипом, который есть 180, и вы пересаживаетесь на машину, которая переворачивается и едет, 100, и едет 80 километров. Мне кажется, пацаны, это максимально крутой контент. Все, я устроился на работу дальнобойщика. Повторюсь, пацаны, вот эта машина находится в розыгрыше. Через неделю будут итоги, поэтому участвуйте в конкурсе, ссылка есть в описании под видео. Давайте немножко расскажу про компанию. Сейчас у нас получается компания забита, 45 человек, 10 транспортных средств, если что, у нас есть магнумы, поэтому кто хочет в компанию, пишите мне в ВК, либо в игре, я вас приму. И я говорю сразу, я буду выгонять тех, кто мало работает. Вот здесь уже много людей, тех, кто мало работает, я буду всех выгонять. Вот реально, пацаны, если вы идете ко мне в компанию, вы должны работать. Как бы я об этом еще говорил, когда только компанию-то получил, то что, пацаны, надо будет именно работать, надо будет ебашить, как бы за зарабатывать деньги. Награды, если что, пацаны, я буду обменивать на именно деньги. То есть буду вам выдавать премию там по 100 тысяч. Я уже так делал, поэтому награды мы не будем на фуру менять, потому что у нас и так есть 8 магнумов. Больше, я думаю, не нужно. Ну шо, понеслась, пацаны. Вот Volvo получается. Так, арендовать. 5 тысяч стоит аренда. Комиссия по грузоперевозкам будет забирать у вас 20% с каждого контракта. Данный грузовик доступен с первого уровня дальнобойщика. Максимальная скорость 76, пацаны. Он даже не 80 едет, 76. Все, я арендовал. Блин, только надо 20%, конечно, это многовато. Ну ладно, давайте, короче, сделаем. Мне нужно не это, а вот это. Так, от себя поставим, потому что если буду катать еще и на компанию, то мы точно не поймем, сколько я заработаю. Чисто буду на аренды катать, как, знаете, настоящий рыжик, который только пришел на дальнобойщики. Давайте будем брать рейсы самые большие просто, которые здесь есть. Так, список, база, давайте посмотрим. Так, на лесоруба есть скилл, отлично. 76 километров, пацаны. Все ради контента, я буду час работать. Время у нас 11:29. Ну, короче, 11:30 по МСК. То есть 12:30 по МСК мы должны будем закончить. Ну, мне чисто даже самому интересно, выдержу я, типа, работать на этой машине или нет. Просто все так говорят, то, что вот Volvo, на ней невозможно работать. Вот я хочу лично сам проверить, возможно не работать или нет. Короче, я хочу проверить вообще, реально на Volvo работать или нет, потому что, когда у меня была компания другая, в которой были только Volvo, все там пищали постоянно, то, что вот, блять, на Volvo невозможно работать и так далее. Я на личном примере сейчас проверю, можно работать или нет. Я забыл сделать самое главное, это деньги на банк положить, чтобы мы точно знали, сколько я заработаю за час. Бля, бизнес закрыт. А как мне туда деньги положить? Я уже почти довез рейс вообще без каких-либо проблем. Нормально, вот устойчивая фура. Ну, все нормально, не переворачивается. Да, максималка говно. Я не спорю. Наверное, чувак в ахуе такой, доволен, чувак, ебать, 95-й скилл берет. Нихуя себе думает поворот, ебать, событий. Не, ну это прикольно, пацан, то, что ты такой ездишь на Volvo, такой чистый, ебать, 95-й, там, 100-й скилл берешь. Знаете, типа, со стороны это прикольно выглядит, кто меня не знает. Кстати, пацаны, нас жестко наебали.
он едет не 78 или 76, сколько там было написано. Он едет 106 километров, а там было написано 76. Но нихуя подобного, пацан, он едет 106 километров. И это, кстати, очень даже неплохо. Сейчас мне надо заехать пацанчика, принять семью в компанию быстренько. Все, в принципе, погнали дальше работать. Как бы, пацаны, прошло 10 минут, я уже почти довез второй рейс. Давай, кстати, я маску одену, чтобы никто не видел то, что это я работаю, как бы, ну, потому что, как бы, не хочу, чтобы меня узнавали, то, что это я работаю на Вольво, типа, лучше пусть видосики уже узнают, посмотрят туда-сюда. Ну, кстати, внешне она симпатичная. Вот внешне, да, мне нравится эта машина. Если бы она была быстрая, то я думаю, на ней бы спокойно бы все передвигались. Все, взял 100-й скилл на лесорубы. Ну, сейчас все вроде бы нормально идет. Да, конечно, если бы у меня будет там рейс с южного, допустим, в этого, я охуею, мне кажется, ехать. Но а если ездить там южный, лесорубы, порт южный, то я думаю, будет нормально. Я сейчас стараюсь брать самые большие рейсы. Ну, я и буду брать самые большие рейсы, чтобы просто посмотреть, сколько мы заработаем за час. И вообще посмотреть, выдержу я на этой машине работать или нет. Нет, но пока что все хорошо, как бы, ну, машина машиной, все нормально, едет, как бы, управляется, ну, более-менее нормально, не переворачивается, все хорошо. Самое главное, чтобы сейчас рейсы не закончились, потому что это будет очень печально. Ну, реально, я не знаю, почему все так горят, типа, от того, что на Volvo плохо работать. В плане скорости, да, плохо работать, но в плане управления, там, ну, всего остального, вроде бы как нормально. Я еще ни разу ремку не использовал, я еще ни разу в репорт не писал, чтобы мне помогли. Все нормально, все спокойно. Спокойно. Фары целые даже, пацаны, ну, все по красоте, реально. Я не знаю, почему люди там горят, у которых там первый скилл, понимаете? Ладно, у меня сотый скилл, типа, ну, мне надо на Магнуме работать, потому что Магнум намного быстрее, чем эта машина. Но на первом скилле, блядь, такие люди просто наглые, им сразу Магнум нужен. Блядь, я начинал тоже с Вольво работать, понимаете? Я тоже начинал с Вольво, все начинали с Вольво. А вот эти новые дальнобойщики, я не за всех говорю, им сразу, блядь, Магнум нужен, блядь. Блядь, работайте на Вольво сначала. Сейчас пацанчика тоже надо принять в компанию. Он по-любому думает, блядь, что я на Вольво катаюсь, блядь, вообще, да? Он думает, ебать, думает, долбоёб на Вольво катает. У него своя компания, блядь, где Магнума, а он на Вольво катает. Ебать, дурачок, нахуй, ха-ха-ха. Ладно, я шучу. Так, подъезжаем уже, короче. У меня настроение вообще реально охуенное просто. Честно, я доволен то, что на Вольво работаю. Не знаю почему, ну типа, бля, нормальная машина, пацаны. Ну давайте поедем в Лыткарино, наверное, да? Да, поедем в Лыткарино, мы там еще не были. Поэтому едем в Лыткарино, 92-й скилл. В принципе, берем самые большие скиллы, которые мы можем взять. Вообще, как нехуй, пацан, доехал до Лыткарино. Да, за 5 минут доехал, но ничего страшного, да, долго. На Магнуме я бы, наверное, доехал бы, ну, за сколько? Ну, за 3 минуты я бы доехал, наверное, на Магнуме. Я думаю, нам надо будет хотя бы заправиться на литров 50. Он сожрал 11 литров, чтобы доехать сюда. Бля, нихуя он так хавает, конечно. У меня Магнум, наверное, поменьше жрет, чем вот этот Вольво. И, конечно же, мы доезжаем до порта без каких-либо проблем. 5 минут рейс занял. Реально, машина, пацаны, нормальная для работы. Ну, типа, да, медленная. Вот самый большой минус это медленность ее, и все. Как бы, ну, понятное дело, говорю, что Магнум лучше. Магнум, потому что быстрее. Но в целом, если не на чем работать, есть только Вольво, то без проблем можно и не работать. Ну да, бывает и такое. Меня чувак на москвиче подрезал просто так. Вообще, просто так взял меня, подрезал. И уехал, даже не извинился. Но был бы я на Магнуме, я бы переехал бы просто. Я бы догнал бы и переехал. Ну ладно, не будем обращать внимание. Вот если вас никто не трогает на дороге, то все будет нормально. Но я ехал, никого не трогал. Меня просто пацаны на москвиче подрезали. И из-за этого я немножко потерял свое время. Я тут, короче, поздоровался с пацанами на москвиче. Ну, вы видите, что произошло. Ну, ничего страшного. Ничего, пацаны, страшного. Все нормально. Я им там пару ласковых чисто от себя сказал там. Пожелал им удачи. Они немножко на меня разозлились, пробили мне колесо. Все, пацаны, я уже довожу рейс последний. Буквально остается 20 секунд. Ну, чтобы было 11:30 по МСК. И в итоге я заработал, пацаны, 300 тысяч за час на Вольво, понимаете? 300 тысяч, это не так уж и мало. То есть за час на лично Магнуме с этим чипом я могу заработать 600-700 тысяч, а на Вольво я смог заработать 300 тысяч за час. Я считаю то, что это очень даже неплохо. Работать на этой машине можно спокойно. У меня еще 20% забирали, кстати, я об этом забыл сказать. Вот представьте, если бы я работал бы даже на компанию, я бы заработал, наверное, 1350. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.